Ну что, друзья, вот и свежий выпуск на нашем канале. Андрей Малахов в своем телеграм-канале сообщил о том, что ушел из жизни советский российский актер, народный артист России Владимир Борисов. Актер родился в 1948 году в Москве, в 1964 году окончил театральное училище имени Щепкина. С 1975 года актер Самарского театра драмы. Среди его театральных работ такие как «Левша», «Золотая карета», «Тимофей» и «Ревизор». Широкую известность получил после исполнения роли Семена Савельева в киноэпопее «Вечный зов», снятой по одноименному роману Анатолия Иванова. Также снялся в фильмах «Емельян Богачев», «На исходе лета», «На южных ветрах», «Хлеб, золото, наган». Дорогие наши зрители, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новости каждое утро. Мы стараемся делать для вас интересные выпуски. До скорых встреч, спасибо вам за вашу поддержку.